Всем привет, с вами StivePro, и сегодня будем обозревать Minecraft Pocket Edition 0.8.1. Это довольно старая версия. Поэтому сегодня день ностальгии. Да, это довольно старая версия. Ну что ж, мы являемся в таком острове, где нам предлагают 4 вида спавна моба. Это у нас курочка маленькая, также есть и большая. Сейчас вам покажу. Вот. Пик, свинка. Так, Джон, где твоя свинка-мама? А вот и большая свинка. Теперь корова. Корова такая же, ничего не изменилось в ней. Ну, свинка вроде такая более яркая. Овечка. Лава, да, хотел что-то сказать про лаву. Она маленько другая, она более темная и растекается по-другому. Но зато у нас старый добрый динамит, который взрывается сильно, но у него, к сожалению, нету эффектов, как в новой версии Майнкрафта. Вот говорю, лава растекается быстрее. Ну-ка, также блоков у нас в 2 раза меньше, но зато есть реактор и резчик по камню. Вот реактор, которого убрали в новой версии Майнкрафта, но зато он есть здесь. Эту версию Майнкрафта я скину в описание, может кому-то пригодится. Искал я долго, везде был обман. Также мы можем обстричь овечку, но у нас не появится кнопка, как в новой версии Майнкрафта. Также есть лук, но у него нету физики и нету эффектов, как, еще раз повторюсь, в новой версии Майнкрафта. Но за то, что осталось неизменным, то осталось неизменным. Это у нас рельсы, а точнее вагонетка. Она такая же, и рельсы такие же. Ничего в них не изменилось. Вот мы появились на каком-то острове, на котором я сейчас летаю. Он маленький, даже хардкорный, могу я посчитать, так как у него одно дерево и довольно, по идее, большая площадь. Ну, давайте мы сейчас рассмотрим 3 дерева, которые нам предлагает игра. Да, всего лишь 3. Ёлочка. Мне кажется, ёлочка осталась такая же, она даже нисколько не изменилась. Такая же 3-этажная, может быть, даже 4. Береза. Ну, береза такая у нас тоже есть. Длинные березы, специальный биом. И у нас дуб изменился, к сожалению. И, кстати, у них одна общая черта. Это, ну, старые листва. Также у нас нет двойной травы. И, кстати, забыл сказать, есть у нас цветочек. Голубой цветочек. Да, настоящая ностальгия. Этот цветочка нет в новой версии Майнкрафта Pocket Edition, даже ПК. Это просто ностальгия. Просто нечего сказать. Да, здесь все есть блоки, которые удалили в новой версии. Вот табличка, вот так мы раньше водили буквы, так играли на серверах, даже сейчас есть сервера. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.